Доброе утро, братья и сестры. Мир вам и Божие благословение. После произношения и книги «Прости приимши», перед тем, как люди по окончании богослужения будут выходить из храма, священник и говорит им: «С миром изыдем». Хор отвечает от имени всех людей: «О имени Господнем». «О имени Господни», если быть точным, по-церковнославянски. То есть, выходя из храма, мы всегда будем помнить о Боге, всегда будем хранить в сердце Его святое имя и хранить вот те минуты молитвы, благоговения, те переживания и чувства, которые мы имели в храме при богослужении. Я прочитаю молитву заумвонную с тем, чтобы те, кто не очень внимательно ее слушает в этот момент, как-то вслушался в слова этой молитвы. «Благословляй, благословящие Тя, Господи, и освящай на Тя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое. Исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Исполнение церкви, имеется в виду церковнославянское слово «исполнение», «наполнение», то есть все, кто наполняет собой церковь, все, кто приходит в церковь, все, кто имеет отношение к церкви, то есть верующие люди, православные люди, принявшие святое крещение и ведущие церковную жизнь. Послушаем песнопение «Буди имя Господне благословенно отныне и до века», а на сегодня прощаемся с вами. Храни вас Господь! Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.